На ремонте вот такой самокат. На нем написано байк. И все, больше никаких опознавательных знаков нет. Пришел с диагнозом, не заряжается. Вот зарядное устройство, я уже проверил. С него выходит 12 вольт и должно выходить 12 вольт. Но не заряжается, поэтому будем разбирать. Снимается нижняя крышка. Винтики под шестигранник. И вот эта крышка должна сниматься, она тут как-то в каких-то местах приклеена герметиком. Самостоятельно это делали или не знаю. Ну, короче, по периметру я уже пооткручивал винтики. Сейчас дооткручиваю и буду отковыривать. Вот как-то вот здесь есть герметик. Видимо, чтоб не забрасывало с колеса. И здесь герметик, чтобы не забрасывало с колеса, а здесь сбоку нет. Разбирался или нет, я не знаю, но будем смотреть, что с батареей. И можно ли, может быть, уже давно стоит, что можно сделать с зарядкой батареи. Итак, после того, как открутил, здесь есть вот по бокам вот такая вставка силиконовая, поэтому сбоку вот такая, сбоку он вроде бы держит, а спереду нету ничего, может быть, была какая-то прокладка, не знаю, но поэтому заклеено. Нужно прямо отверткой отдирать. Отдирается. Ну и тут находится большой аккумулятор, удивлен, действительно большой аккумулятор. Очень непонятно, почему зарядка 12 вольт, а 25-вольтный аккумулятор. Очень странно. Получается, есть повышающее зарядное устройство. Зачем такая? Нет, не повышающая. Смотрите, от входа идет прямо в аккумулятор. Очень странно это. Но на нем написано 25 вольт, 5,2 ампера. Ну, сейчас будем разбираться. Значит, меньшим шестигранником откручиваем 4 винта на аккумуляторе и откручиваем аккумулятор. Здесь не знаю, что сделать. Придется как-то... Здесь есть разъемчик, чтобы снять, но он запакован в термоусадку. Придется разрезать термоусадку, а потом новую вставить, чтобы снять. Ну, вот это, я так подозреваю, это блок управления, который дает нагрузку на мотор-колесо, ну, управление мотор-колесом. Ну, тут не только. Он еще там дает на фару, наверное. И, возможно, на задний, сзади на стоп-сигнал. Ну, вот сейчас снимем, полностью вытащу аккумулятор, будем разбираться, в чем же проблема, потому что человек мне принес 12-вольтную зарядку, и это как-то странно. Я вообще подумал, почему 12-вольтная, все-таки ж как-то это не очень серьезно для... Ну, не знаю, может быть, он бэушный был, и кто-то уже втулил не ту зарядку человеку и сказал, что так и должно быть. Сейчас будем смотреть. Ну что же, я снял. Здесь термоусадка. Разрезал ножом.
обыкновенным вот так оно вскрывается и здесь снимается пластина приклеена. И вот блок аккумуляторов. И вот блок аккумуляторов. Как бы и все, что здесь есть. Так, померил вот этот вход с тонким проводом. Это выход с толстым. И тут ноль, и тут ноль. Ну, как-то это очень подозрительно и нехорошо. Будем сейчас вскрывать обе стороны. Мне нужно посмотреть и на балансировочную плату, которая на... Вот здесь один, я так понимаю, один ряд аккумуляторов. Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. По 3,6. Вообще не могу понять. Может быть, они как-то по 2 в параллель пущены. Сейчас посмотрю, какое у него подсоединение у этих аккумуляторов. И посмотрим на балансировочную плату, которая должна быть теперь уже с этой стороны. Короче, нужно вскрывать полностью с этой стороны. Получается, тоже нужно вскрыть. А, ну, или, ну, наверное, сделаем не так. Вот. Вот так. Чтобы можно было... Так полностью кожурой его и снять. Вот. Потом надежно на скотч приклею. Ну и с этой стороны тоже пластиковый. Вот я тут надеялся что-то увидеть мощное. Так, что нужно? Нужно посмотреть. Тут есть балансировочные провода. Плата балансировочная есть, небольшая, но есть. И посмотрим, какое у нее подключение. Как-то бы его разъединить. Как их сюда вставляли, непонятно. Ну, сейчас разберусь и посмотрим. Значит, проверяю. 17 вольт показывает. Это, кстати, неплохо. 17,2 вольта. Если он 25-вольтовый, мог сесть, и аккумуляторы, в принципе, могут быть неплохими. Только их нужно, возможно, они по 2 включены. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 пар, возможно. И вот, значит, написано 2600 миллиампер, 3,6 вольт. Если попарно, он как раз и будет 27 на 3,6. Сейчас надо умножить. И вот там чего-то будет путнее. Похоже, но как, но если они заряжали вот этим зарядным устройством, это точно, это зарядное устройство точно не могло его заряжать. Ну точно, 12 вольт не может заряжать, а тут уже в полностью разряженном 17, он должен дотягивать его до 25. То есть сейчас я узнаю, кто лил им такую зарядку. То есть возможно, если подключить к нему зарядку 25 вольт, может быть, он даже и рабочий. Вот такая интересная поломка, кстати. Правда, он на выходе ничего не дает, но потому что слишком разреженный, он уже
балансировочный механизм отключил, потому что нельзя разряжать в ноль, и он отключил. Можно попробовать, но сейчас я все эти пары постараюсь проверить, не знаю как, правда, тут все закрыто, но постараюсь. Во всяком случае, я знаю, что вот здесь вот плюс, а здесь минус. И я могу как-то потом здесь плюс, здесь минус, здесь плюс, здесь минус. Короче, сейчас буду проверить. Итак, в чем здесь сложность? В принципе, как проверить, я нашел. Смотрите, они распределены по две. Здесь в параллель, две в параллель, для того, чтобы 2600 плюс 2600 будет 5200 на одну линию. Значит, вот видим, что плюсовой провод идет вот сюда, основной толстый, и минусовой основной толстый отсюда выходит. Значит, плюс заходит сюда, немножко отковыриваем, здесь есть вот плюс, а здесь минус. Потом с минуса идет общая шина на эти два, и здесь плюс, и сюда переходит минус. Тут шина, ну, раз они последовательно, по два. Параллельно-последовательное соединение. Два параллельно, два параллельно, два параллельно. Получается здесь вот тут плюс, минус. Потом, и они же последовательно, вот это, тут это с этим соединено, тут плюс, минус у обоих. Тут тоже у обоих. Потом сюда переходит, опять здесь плюс, минус. Ну и так я везде написал, где что. И теперь буду проверять все банки. Немножко задираю, освобождаю и буду проверять, банки рабочие или нерабочие. Плохо, что я могу, не могу проверить каждую. То есть только по две. Это недостаток. Чтобы проверить каждую, нужно разрезать. Но этого я делать не буду. Значит, ставлю как-то так, чтобы было видно. И плюс-минус сейчас проверю. 2.40. Неплохо. Ну, как плохо, но не ноль. Живые хотя бы немножко. Теперь здесь отковыряю, чтобы проверить. 2.39. Сразу пишу, что здесь 2.4. Здесь 2.39. Причем у двух. И так проверяю. Проверю все. И посмотрим, что дальше. Если все целые, то начнем с зарядки нормальными 25 вольтами. Где взять, честно говоря, не могу сказать. Значит, два, вот эти два теперь заложу. Это у нас, ага. Отковыриваем немножко здесь. И здесь там в глубине проверяем. 2.69. Так, а. Где я проверю? Это одна, вторая, две. И вот. Вот это. 2.69. 2.69. Теперь это, ну, короче, и так все проверяем. Ну, так как я и предполагал, в принципе, разброс, конечно, есть. Тут есть 2.69, есть 2.4, но балансировочный механизм должен
балансировочная плата должна выровнять при зарядке. Это мы потом проверим. Но все пары рабочие. 2.40, 2.39, 2.69, 2.37, 2.32, 2.40, 2.64. Это значит, что батарея слабая, потому что задействована только одна сторона. Здесь можно поставить еще столько же. Но это другая история. Вопрос в том, что как у этих людей появилась зарядка на 12 вольт, я не знаю. А мне так нужна зарядка на 12 вольт 5 ампер. Вот как раз она мне и достанется. А здесь нужна зарядка на 25 вольт. 25,2. Так что вот такая ситуация. Если подключим зарядку на родную, ту, которую нужно, сейчас посмотрим, почитаю, сколько именно нужно. Это литиевая батарея. Сколько нужно давать, потому что это не 3,7, а 3,6. Вот. Написано. Ну, сейчас будем смотреть. И думаю, после этого, после нормальной зарядки, он нормально зарядится. Ну, а дальше посмотрим. Итак, у нас аккумуляторы литий-ионные, поэтому, ну, правда, он здесь не 3,7, а 3,6 вольта. Максимальный зарядный напряжение 4,2. И до этого напряжения плюс-минус нужно заряжать. А это 7 пар. 7 умножаем на 4,2. 29,4 вольта. Вот до такого напряжения, в принципе, нужно заряжать. И зарядное устройство должно быть на 29,4 вольта. По-хорошему. Можно меньше, но тогда он не до 100% будет заряжаться. В этом задаче можно сейчас, в принципе, зарядить и на 25, и тоже будет неплохо. Он там до 70-80% зарядится, самокат поедет. Но и уже проверим, что это все работает. А вот изначально, вот это сейчас буду выяснять, откуда здесь 12-вольтная зарядка.